Всем привет! Предлагаю вашему вниманию блюдо из детства – вафли с фаршем или бризоль. Вафли с фаршем в кляре – очень вкусная и сытная закуска, которой можно дополнить праздничный стол. Итак, для приготовления вафлей с фаршем нам нужны такие ингредиенты. Вафли бризоль – 2 упаковки, фарш из свинины – 400 грамм, яйца – 2 штуки, лук – 1 штука, подсолнечное масло, соль и перец. К фаршу добавляем соль, перец и натертую на мелкой терке луковицу. Все хорошо перемешиваем. В рецепте я брала свиной фарш, но можно брать также говяжий или куриный, тот, который вы любите. Вафли у меня бризоль, но если вы не найдете такие, то можно брать большие коржи и нарезать их на кусочки любой формы и размера. Итак, вафельный листик смазываем слоем фарша. После этого накрываем вторым листиком, прижимаем руками, чтобы он плотно приклеился к фаршу. Основа готова. Вилкой или венчиком взбиваем яйца, немного их подсолив. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обмакиваем в яичный кляр вафли и выкладываем их на горячую сковороду. Обжариваем с обеих сторон на среднем огне. Вкусные вафли с фаршем подают в горячем виде, но и остыв они не теряют своего вкуса. Приятного аппетита!